Привет, друзья! Мы продолжаем проходить растения против зомби 2. Китайская невзломанная версия. А, итак, у нас впереди два уровня по 3 звезды. Ну, наверное, по отдельности их пройдем. Я думаю, что это будут самые сложные уровни. 8 уровень. Поехали. Вот, что-то тут 3500, видимо, накопить надо. Так, есть ребята второго уровня. Курочки. И конус. Ну-ка, давайте посмотрим еще раз поле. Но, в принципе, можно затащить. Единственное... Недостаточно будет у нас атакующие, так сказать, силы. А все это я, пожалуй, оставлю. Одинарный подсолнух пока что не беру. Арбуз, скорее всего, пригодится, потому что здесь вот это вот пианино. Но пианино можно ликвидировать при помощи шипов или кабачка. Все остальное тоже нужно, поэтому игра сомневается в наших способностях. Будем тормозить их на этом уровне, прямо по центру. И нам надо набрать очень много солнца, блин. Это означает, что мы будем тратить пленты только на подсолнухи. Скорее всего. Давайте рискнем и немножко сдвинем стеночку. Потому что реально много надо накопить. Вот чувак опасно идет снизу. Кормим одного. Thank you.
Хорошо, погрызли. Практически накопили, я думаю, что мы с легкостью накопим нужное количество. Да, накопили уже. Досрочно выполнили это задание, да? Ну, посмотрим, что там будет дальше. Следовало, конечно, взять одинарный подсолнух. Ладно. Сложно, уровень с подвохом таким нехорошим. Мало куриц бежит, надо сотню убить. То очень много, конечно. Ну, будем вот это все использовать. В прошлый раз я, в общем-то, удачно это сделал, но... Не хватило буквально совсем чуть-чуть.
короче, финальная волна почему-то вот... То ли там их недостаточно, то ли что. Есть проблема. В центре вот была возможность еще, но... Я плинты потратил совсем на другое. Сейчас надо как-то поэкономнее действовать. Все, вот я сейчас придерживаю плент. Хотя в тот раз я его как бы тратил. Можно было раздавить их, кстати. Ну ладно. Проели такие, смотрите еще. Да. Проели. Надо было давить их, конечно. Это точно. Черт, проели такие, смотрите-ка. Thank you.
Счетчик слишком медленно набирается. Опять придется финальную волну ждать. Ну опять, видите, ну ушел этот счетчик гребаный. Нет, никак тут. Хотя, может быть. Давайте-ка вот как мы сделаем. Да, сделали, отлично. Но в тот раз не получалось это сделать, в этот раз сделали. Странно, хотя в тот раз вроде даже поудачнее было. Ну да ладно. Дело в курицах. Надо, чтобы они именно побежали. Если они не побегут, то счетчик сложно набрать. Сверхсложный уровень. Ограниченная площадь слева, цветочная линия, нам нельзя терять больше одного растения и зомби второго уровня. В общем, тут надо делать все правильно, иначе проигрыш 100%. Thank you.
Ну вот, один из возможных вариантов прохождения
этого уровня. Вот эти вот орехи хорошо держат прочность, если их подкормить. Но надо делать все правильно, желательно. Можно было бы обойтись без вот этих вот верхометов, но нужна была уверенность, что орех не прогрызет конусник. Так что как-то так. Остается 9 уровень. Там, наверное, будут самые жесткие задания. Давайте смотреть. Уже подошло время. Две тысячи, конечно же. Ну все, друзья, если вам понравилось, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Увидимся. Всем пока-пока.